По предварительной информации, в этом заведении должна была состояться встреча криминальных авторитетов. Сотрудники МВД провели оперативное мероприятие, в ходе которых задержали 17 человек. Среди них действительно оказались так называемые воры в законе. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России задержали предполагаемых лидеров уголовно-преступной среды. Так называемые воры в законе, уроженцы Грузии, более известны в криминальном сообществе как Тахи и Каха. При досмотре у Тахи обнаружен и изъят паспорт на другое имя. Мужчина подозревается в совершении ряда преступлений на территории Забайкальского края. В настоящее время он задержан по подозрению в совершении вымогательства. У охранника, одного из преступных авторитетов, обнаружен изъят пистолет без номера, калибра 9 мм с патронами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия». Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанных к различным преступлениям и проверяют их по специальным базам данных.